сначала положено все. Я двинулся из аэропорта. Сейчас встречусь с Дмитрием, с моим другом-путешественником. Мы с ним, значит, наверное, пойдем к Тане в гости. Она нас примет у себя, даст нам переночевать. А то Дима в отеле это ночевал, это тоже накладные деньги нужно тратить на отель. А так, хост по каучсерфингу бесплатно, сайт Couchsurfing, глобализация, глобализация, если это мы. Вот красивое горное место, с холмы. Пальмы. В общем, я посчитал на калькуляторе, выходит где-то около 270-300 рублей такая вот поездка на наши рубли, если перевести. Как я понял, значит, один евро стоит 122 лека. То есть мне за 5 евро дали 610 леков. Я 610 разделил на 5 и получил число 122. Вот такая простая арифметика, друзья. 1 евро стоит 122 лека. А наш рубль, то есть а у нас есть по рублям, то есть 1 евро стоит 70 рублей. То есть интересно, это соотношение разных денежных валют тоже. Интересно изучать эту тему. Горная страна, холмистая местность. В общем, друзья, это поездка на маршруте из международного аэропорта города Тираны, аэропорт имени матери Терезы. Он находится в пригороде Тираны. Это самый большой аэропорт Албании. Аэропорт имени матери Терезы. Вот сейчас я направляюсь из аэропорта в портовый город Дюрес. Там пляжи, песчаные пляжи, море, Адриатика, Адриатическое море бирюзовое. Ставьте лайки, комментарии, пишите. Снял этот видосик маленький на телефон. Буду почаще такие вот видео отрывки, зарисовки, заметки, видеозаписки выкладывать на YouTube. Это как бы не влог, это просто как бы такие заметки, видеозаметки. Я просто хочется поснимать и что-нибудь сразу выложить. А влоги нужно еще монтировать и время тратить. В общем, хорошей нам дороги добраться до Дюреса.